В эти минуты в Подмосковье проходит церемония закрытия форума «Армия-2016». У нас есть возможность показать это событие в прямом эфире. Мы смогли убедиться, что мы открыты для совместных проектов в военно-технической сфере. Признательны представителям иностранных государств, которые не просто приехали, а приехали в этой сложной, непростой международной обстановке, готовы к взаимодействию с Россией. Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении этого одного из самых значимых мероприятий Министерства обороны. Дорогие друзья, Международный военно-технический форум «Армия-2016» объявляю закрытым. Министерство обороны Российской Федерации. Начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны ранее рассказал, что все запланированные к проведению 104 мероприятия программы прошли на высоком методическом уровне. Международный военно-технический форум, я напомню, «Армия-2016» проходил с 6 по 11 сентября в подмосковной Кубинке. И только что глава Минобороны закрыл данное мероприятие.